Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шары. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с основными событиями, которые произошли к этому часу. Жителей региона поддержат материально. Губернатор рассказал, какие категории граждан получат по 5000 рублей. Режим самоизоляции ослаблять не будут. Об этом мы рассказали на заседании оперативного штаба. Как в регионе, в ситуации особого режима работают контрольно-пропускные пункты. Ежедневно в две смены на въездах в город дежурят сотрудники ДПС и Росгвардии. Жителей Самарской области материально поддержат в период пандемии. Такое решение принял губернатор Дмитрий Азаров. Единовременную выплату в размере 5000 рублей получат семьи с детьми-школьниками в возрасте от 8 до 18 лет, если их среднедушевой доход ниже половины прожиточного минимума, то есть ниже 5500 рублей. Также выплаты получат одинокие матери со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. Это 10814 рублей. Многодетные семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. Кроме того, по 5000 рублей будет выплачено безработным, пенсионерам и инвалидам, бывшим военным и членам их семей, людям, освободившимся из мест лишения свободы, а также тем, кто окончил колледжи и техникумы и не успел устроиться на работу. Уверен, эти дополнительные выплаты, конечно же, будут не лишними для указанных категорий граждан. Помогут пережить этот непростой период. Выплаты будут произведены уже в мае текущего года и будут назначены автоматически. Дополнительно никуда обращаться и тем более ходить лично не нужно. Режим самоизоляции продолжает действовать. Поберегите себя. Продолжайте выполнять эти простые правила, которые позволяют сохранять ваше здоровье и здоровье ваших близких. Самарцы, потерявшие работу этой весной, получат максимальное пособие. Это коснется тех, кто признан безработным и встал на учет после 1 марта. Людям будут платить по 12130 рублей на протяжении 3 месяцев. Для получения выплаты есть важные условия. Человек должен быть уволен в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации. Причем увольнение должно произойти не за нарушение трудовой дисциплины. Размер вашего средней зарплаты или среднего заработка по предыдущему месту работы, если вы подпадаете под эту категорию, не влияет на размер пособия в этот период. Вы должны быть уволены с официальной работы и должны быть уволены не за виновные действия или нарушение трудовой дисциплины. Если человек уволен до 1 марта, но встал на учет после этой даты, то пособие будет рассчитываться по следующей схеме. Если заработок был больше 16000 рублей, то вы можете получать максимальное пособие, так как пособие начисляется в размере 75% от средней зарплаты, но не выше максимальной величины в 12130 рублей. Режим самоизоляции ослаблять не будут. Об этом рассказали на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Эксперты отмечают рост заболеваемости. Фактически у нас идет развитие ситуации. В целом я не прогнозирую, что мы можем снять режим ограничений за. Здесь в зависимости от данных последних 3 дней будем ориентироваться. Я, к сожалению, ожидаю прирост заболеваемости. Нужно разработать регламенты для организаций, которые смогут приступить к работе, когда это позволит ситуация. Однако эпидемиологическая ситуация в муниципалитетах разные, и решения будут принимать точечно, вплоть до конкретного поселения. За последние сутки в Самарской области выявлено 26 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число инфицированных в регионе на 23 апреля составляет 141 человек, 22 из которых выздоровели и выписаны из больниц. При этом трое уехали домой сегодня. Требования к уборке и дезинфекции подъездов не снижают. По рекомендациям Роспотребнадзора в постановлении губернатора внесен пункт об обязательной санитарной обработке жилых домов. В Самаре контроль за обслуживающими организациями осуществляет глава города Елена Лапушкина. Проверяют коммунальщиков и специалисты ГЖИ Самарской области. Чем грозит халатное отношение к дезинфекции, выяснил Андрей Горгуленко. В
Вход в подъезд, лестницы, лифты и почтовые ящики дома номер 106L по Новосадовой в надежных руках. Специалисты управляющей компании, которая обслуживает жилплощадь, регулярно делают влажную уборку. Масштабная дезинфекция проходит раз в день, а затем порядок поддерживают консьержи. У нас здесь сотрудники-консьержи, они именно хлорсодержащим препаратом протирают все поверхности, почтовые ящики, дверные ручки, кнопки лифтов, панели вызовов. То есть все те поверхности, с которыми могут контактировать наши жители. За чистотой следят и на пятой просеке. Каждый день, начиная с 6 утра, коммунальщики выходят на санитарную обработку подъездов. Для дезинфекции используют средства, которые сертифицированы Роспотребнадзором. Поверхности, которых жильцы могут касаться руками, либо касаются, обрабатываются раствором изопропилового спирта 70%. А полы и прочее обрабатываются раствором гипохлорита. Все рекомендации ВОЗ и прочее мы выполняем. По распоряжению губернатора Дмитрия Азарова в регионе действуют усиленные меры по предотвращению распространения COVID-19. Специалисты областного ГЖИ и городские власти каждый день контролируют, насколько качественно управляющие организации проводят дезинфекцию мест общего пользования в жилых многоквартирных домах. Всего в регионе более 24 тысяч таких домов. Инспекторский состав, за каждым инспектором закреплены соответствующие районы и жилищный фонд, выходит на обслуживаемую территорию. Это, во-первых, то есть хаотично, да, не настолько выборочно. Безусловно, реакция по тем же горячей линии, мы получаем в день порядка 50-70 обращений. Поэтому, естественно, это вся область, я говорю, не только Самаре. Если инспекторы ГЖИ выявляют, что управляющая организация не справляется со своей работой, то на нее выписывается протокол, который передается в суд. Для юридических лиц предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей. Если подъезд не дезинфицируют, жители многоквартирных домов могут сообщить об этом по телефонам горячей линии, указанным на экране. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. Их помощь сейчас нужна как никогда. Почти 150 студентов Самарского медуниверситета сегодня трудятся на станциях скорой помощи. Для молодых специалистов это бесценная практика. Для их наставников – возможность справиться с возросшим числом вызовов. О людях, которые не имеют права на усталость и ошибку – наш следующий материал. Врачу Тарасовой машина 172. 172-я машина врачу Тарасовой. Место, где никогда не спят. Бригада скорой помощи собирается на очередной выезд. Но сначала обязательная проверка, все ли препараты есть в наличии. Ведь никогда не знаешь, что ждет тебя сегодня. Каждый вызов – это разные больные. Это нужна диагностика с первых минут, как ты заходишь к больному. И нужно быстро принимать решение. Алексей Голубев рассчитывает стать анестезиологом, а сейчас, будучи студентом, работает на скорой помощи. Здесь же трудится его супруга Ирина. Она тоже студентка медуниверситета. В лекционном классе, уверена девушка, настоящим врачом не станешь. За 3 года работы на скорой она набралась колоссального опыта. Однажды ей даже пришлось спасать 8-дневного ребенка. Он поперхнулся молоком. Конечно, без опытных наставников, которые сопровождают студентов, это было бы невозможно. С ними не страшно и на каких-то сложных ситуациях, и вы приезжаете к хроническим больным. Они всегда точно знают, что делать, как поступить и как нас научить это все делать. Работа на скорой – это как искусство. Здесь никогда не знаешь, что тебя ждет, и иногда больно от того, что ты ничем не можешь помочь, как бы ты ни хотел. Работать студенты могут только ночью или выходные, в будни у них лекции. Но на станциях скорой помощи охотно идут им навстречу. Особенно сейчас, когда пандемия коронавируса и каждый врач на счету. Самим студентам, я думаю, что это дает колоссальный опыт, поскольку общение с больным. Раз. Если мы говорим, студент не работающий, он, конечно, по нашим соглашениям болонским не имеет права осуществлять деятельность. Здесь он имеет допуск, он прошел аттестацию на занятие этой должности среднего медицинского работника, поэтому он несет ответственность за свои действия, и он может просто уже для своей будущей врачебной специальности набираться опыта, навыка. О свободных вакансиях студенты узнают благодаря Центру содействия трудоустройству при Самарском медуниверситете. Он тесно сотрудничает с региональным Минздравом. Сегодня, когда количество вызовов возросло, на станциях скорой и неотложной помощи работает 142 студента. Инга Пенер, события.
Палаты переделали в жилые комнаты. Врачи 4-й городской больницы уже несколько суток живут в лечебном учреждении и не выходят на улицу. Руководство учреждения дало первые комментарии. Напомним, у 7 пациентов с пневмонией и одного врача диагностировали новую коронавирусную инфекцию. Их отправили на лечение в другие клиники. А 4-ю горбольницу закрыли на карантин на 2 недели. Сейчас в стационаре лечебного учреждения проживают и работают 109 специалистов. По словам главного врача, все сотрудники отнеслись к обсервации с пониманием. Мы приняли это все достойно, с пониманием, потому что все наши сотрудники – это высококвалифицированные кадры, и всю эту ситуацию все восприняли абсолютно нормально, должным образом. Все работают, все занимаются больными, которые остались вместе с ними. В штатном режиме работает только поликлиника 4-й городской больницы. Все отделения стационара закрыты для посещения. Пациентам предоставляют трехразовое горячее питание. Ежедневно специалисты проводят дезинфекцию помещений, палат и посуды. У медиков, оставшихся в стационаре, уже взяли анализы на коронавирус. Все они показали отрицательный результат. Повторный анализ должны провести на 10-й день обсервации. Чтобы подбодрить медработников, представители Общероссийского народного фронта привезли им недельный запас мороженого, а также конфеты, чай и блины. Проедут не все. В Самарской области в связи с ситуацией по коронавирусу работают контрольно-пропускные пункты. Ежедневно в 2 смены на въездах в город дежурят сотрудники ДПС и Росгвардии. О том, как организована работа пункта контроля в Большечерниговском районе, узнала Мэри Елчан. Пост ГАИ в Большечерниговском районе теперь настоящий пограничный кордон. Сотрудники ГИБДД контролируют иногородних водителей, которые въезжают в 63-й регион. Ведут учет приезжих, уточняют место пребывания и цель визита. А вы знаете, что в связи с распространением коронавирусной инфекции необходимо соблюдать правила самоизоляции? Вы сам знаете. Да так соблюдаю. Сегодня я был вот в аптеке, покупал тоже антисептик, маски с этими и за хлебом. На пункте контроля круглосуточно в 2 смены дежурят сотрудники Росгвардии, ДПС и Роспотребнадзора. Для этого пост оснащен всем необходимым. К такой профилактической работе водители относятся с пониманием. За неделю работы контрольного пункта было зарегистрировано 17 водителей, въехавших в Самарскую область из других регионов. Каждому гражданину, прибывшему на территорию Самарской области из других субъектов Российской Федерации, выдается уведомление о необходимости соблюдения мер. Эта работа организована согласно постановлению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Люди, прибывшие из других регионов, должны пройти обязательный 4-дневный режим самоизоляции. Сейчас контроль за соблюдением ими данного режима усилен. Мария Елчан, Николай Епифанов. События. Из-за пандемии свои двери закрыли не только театры и музеи, но и контактные зоопарки и приюты для животных. Питание зверей напрямую зависело от посещений. Сейчас же, когда заведение закрыто, средств на корм с каждым днем становится все меньше. Мария Левина отправилась в питомники проверить, как сейчас там устроена жизнь. Малукский кокоду-малыш негодует. Запасов корма с каждым днем все меньше. Этот контактный зоопарк проработал всего 3 дня. А потом ввели режим самоизоляции, и он закрылся. Нет посетителей, значит, нет и денег на корм. Здесь больше 100 различных видов птиц и животных. Это обезьяны, кенгуру, лемуры. Питаются они всем тем, практически, что и человек. Это различные овощи и фрукты. Они очень общительны. Вот, например, этот малыш больше всего любит играть в догонялки с маленькими посетителями. Но их здесь не было, к сожалению, уже давно. Хозяева зоопарка еще могут себе позволить купить для животных корм, но вот на лакомство денег не остается. Питомцам приходится обходиться без овощей и фруктов. В связи со сложившейся ситуацией нам запретили выезд из города. И проблема в том, что у нас в середине мая заканчивается аренда. И мы должны были ехать в следующий город, но сейчас я даже понятия не имею, что будет дальше и как дальше жить. Этот с виду грозный пес Михалыч тоже рискует остаться на голодном пайке. Ему 2,5 года. Большую часть своей жизни он провел здесь, в приюте для бездомных животных. Что такое голод, хорошо знает. Бывшая хозяйка не кормила совсем. Таких, как он, в питомнике еще 80 собак и 40 кошек. Для каждого животного нужен корм, наполнители для туалета и лекарства. А кошкам весной еще и витамины. Сейчас достать все это большая проблема. Финансовые
приход у нас уменьшился. Соответственно, гостей сейчас нет практически никаких, так как мы тоже находимся на самоизоляции, стараемся, да. Сотрудников у нас работает 4 человека, и если вдруг кто-то из нас заболеет, к сожалению, заменить нас некому. Вот, поэтому мы тоже на самоизоляции, из-за этого у нас нету людей, которые привозят гостинцы. То есть уменьшился именно такой живой поток еды. И просим у людей помощи, рассказываем о нашей проблеме в соцсетях, и люди, соответственно, откликаются, стараемся как-то сейчас выжить в таких нелегких условиях. Этот вальяжно шагающий красавчик – новый житель конного клуба. И здесь вопрос, как прокормить животных, тоже встал ребром. Осложняет дело и то, что любой корм не подойдет. У лошадей очень чувствительное пищеварение, им можно есть только морковь, яблоки и зерновые, а также сено. С последним из-за прошлогоднего засушливого лета возникли проблемы. Его приходится закупать в соседних регионах по завышенной цене. Сено у нас уходит один рулон в день на все 20 голов, то есть две кормежки утром и вечером. Им дают утром в 7 утра сено и вечером в 7 утра тоже сено. Потом после сена через 2 часа вода и овес, в обед в 2 часа вода и овес, и вечером тоже. Нам финансово очень тяжело, потому что расходы большие. Во-первых, это зарплата 3 человек в день, 2 днем и 1 ночью. Вот, на корма очень много расходов, плюс им нужно ветобслуживание, это взятие анализов, прививки плановые, то есть это осень, весна обязательно. Ослик, пони, верблюд и 12 лошадей. У каждой свой характер и темперамент. Конечно же, сейчас больше всего животные скучают по людям и тренировкам. Этот молодой жеребец – Сахарок, в конном клубе новенький. Он очень нежный и общительный конь, в первый же месяц приступил к тренировкам. Для лошадей бег очень важен, если они не будут заниматься, то погибнут. В обычной жизни каждый день они проводили по 2 часа на манеже. Сейчас же время тренировок сократилось в 4 раза. Эти гордые животные с нетерпением ждут окончания самоизоляции и встречи с посетителями. Если вы захотите помочь героям нашего сюжета, вы можете связаться с нашей редакцией или позвонить по телефонам, указанным на экране. Мария Левина, Константин Головин. События. С нетерпением ждут окончания самоизоляции и рестораторы. Самарские предприниматели во время пандемии коронавируса всеми силами стараются сохранить на плаву свой бизнес. Работают на доставку, переводят сотрудников в сетевые магазины. Кому удастся выжить, вместе с экспертами пыталась понять Елена Малютина. Ресторанный бизнес в Самаре скорее мертв, чем жив. Заведения закрыты. Спасаются в основном за счет доставки, но этого едва хватает, чтобы покрыть расходы на аренду и зарплату сотрудникам. Бизнесмены говорят, с такой ситуацией они столкнулись впервые. Роман Вавилин в ресторанном бизнесе уже 7 лет. Под его руководством трудится более 1000 человек. Из-за пандемии он не уволил ни одного сотрудника. Пока. Говорит, смогли вовремя перестроиться. Самый, наверное, большой плюс – те вещи, которые мы раньше могли делать неделями, иногда даже месяцами, мы сейчас делаем за дни. Там и запуск нового сайта, последнего доставки по нашей паназиатской кухне мы сделали за 3 дня. На сегодняшний день, работая на доставку, мы фактически просто стараемся не закрывать ресторан, поддерживать команду, поддерживать процесс работы, чтобы к тому моменту, когда карантин снимут, рестораны были готовы к открытию, можно было оперативно продолжить работу. С доставкой тоже все непросто. Тем, кто не может организовать ее сам, приходится особенно туго. Ведь посредники – удовольствие дорогое. Иногда, когда мы не справляемся, мы просто пользуемся услугами некоторых таксистов. Но мы не работаем ни с какими агрегаторами, потому что наш продукт, его там, себестоимость и наценка на эту себестоимость не может себе позволить потерю 42%. Эксперты прогнозируют, выживут только крупные холдинги. У них есть запас прочности. Остальные выплывут, если смогут приспособиться. Или найдут возможность начать все заново, когда все закончится. Беда в том, что когда это произойдет, не знает никто. А значит, пока рано считать число выживших. Мы никто не знаем, насколько это затянется, каковы будут последствия. Поэтому выходить из всего этого, они будут печально, долго, и не факт, что все откроются. Вот в Ухане конкретно, да, и на 11-миллионный город открылось на сегодня только треть заведений. И как они выживут и не выживут, мы никто не знаем, опять же, да, и они точно так же не знают, потому что люди напуганные, люди не ходят точно так же в рестораны, в заведения общественного питания по одной простой причине, что им очень долго говорили, что это опасно.
Предприниматели не рассчитывают, что потребительский спрос начнет восстанавливаться раньше, чем через 6-8 месяцев, но стараются сохранять оптимизм. Это, знаете, когда человек упал, сломал нос, один слег и умер, а другой поднялся и победил. Вот я считаю, что надо встать, отряхнуться, ставить тампон в нос и побежать дальше. Елена Малютина, Константин Головин, Николай Сидоров. События. Пандемия коронавируса затронула все сферы жизни. Спортсмены исключением не стали, но остаться в стороне от происходящих событий не смогли. Игроки мини-футбольного клуба «Динамо Самара» нашли время между тренировками на самоизоляции и вышли в рейд с сотрудниками МВД, чтобы напомнить прохожим правила, которые нужно соблюдать в период повышенной готовности, а также раздать медицинские маски. Андрей Горгуленко выяснил, сколько средств индивидуальной защиты спортсмены готовы подарить самарцам. Мы понимаем, что вам необходимо идти на работу, но вы находитесь без средств защиты. Поэтому предлагаю вам здесь комплект масок и памятка о том, чтобы оставаться здоровым. Спортсмены, которые привыкли получать поддержку трибун, теперь сами поддерживают своих болельщиков. Представители мини-футбольного клуба «Динамо Самара» раздают самарцам набор масок и памятку с правилами поведения во время пандемии коронавируса. Футболисты уверены, что это позволит, пусть и немного, но снизить риск распространения новой инфекции. Я думаю, если каждый будет соблюдать правила, будет надевать маски, это как предотвратит какое-либо распространение вируса. То есть, по крайней мере, оно его ограничит. Если каждый сделает маленький шажок, да, в целом вирус перестанет распространяться, и как-то мы преодолеем эту напасть. Такую инициативу самарцы оценили по достоинству. Это правильно. Людям надо напоминать об этом. То, что здоровье очень важно. Заботиться не только о своем здоровье, а о здоровье пожилых людей, которые, в общем-то, самая большая группа риска. Футболисты патрулируют улицы вместе с сотрудниками полиции, которые контролируют соблюдение режима самоизоляции и выясняют, по какой причине человек вышел на улицу, проверяют наличие справок от работодателя. По какой причине вы находитесь на улице? С работы идете? Разрешение? Давайте посмотрим на вашу справочку. Бесплатно раздавать средства индивидуальной защиты спортсмены-волонтеры будут по всему городу до тех пор, пока не закончатся все маски, которые они закупили. А это 100 тысяч штук. Здоровья вам. И вам здоровья. Всего доброго. Андрей Горгуленко. События. Патриотические акции в режиме самоизоляции. Самарские общественники запустили в соцсетях онлайн-марафон «Внутри истории» в честь 75-летия Победы. В акции участвуют десятки жителей области и других городов России. Какой предстает война в их постах, узнал наш корреспондент. Узнать спустя 75 лет судьбу пропавшего без вести родственника жительнице Отрадного удалось выяснить, как погиб дядя ее отца благодаря патриотическому онлайн-марафону «Внутри истории». От дяди не осталось фотографий, только краткая выписка из немецкого лагеря военнопленных. Я решила вот таким образом подойти, что найти какую-то информацию о пропавшем своем родственнике. И, собственно говоря, меня этот марафон смотивировал для того, чтобы найти информацию. Я выяснила, что он попал в немецкий плен, его увезли в Германию, и там, собственно говоря, в плену он погиб. Сообщила об этом своему папе, дяде, конечно-то, что-то с чем-то было, потому что через столько лет узнать правду, самой прям мурашки по коже, когда я все это смотрела, очень, очень волнительно, конечно. Участникам онлайн-марафона «Внутри истории», посвященного 75-летию Победы, нужно выполнить несколько заданий. Опубликовать пост о своих родственниках, которые воевали или трудились в тылу. Рассказать о местах Самарской области, которые связаны с этим периодом. Любимых книгах и фильмах о войне. Прочитать стихи. Сначала акция задумывалась как серия спектаклей и выставок на тему Великой Отечественной, визитов к ветеранам. Они должны были пройти в разных муниципальных районах области. Организаторы успели ее провести в Сызрани, Октябрьске, Шигонском районе. Но из-за пандемии коронавируса акцию пришлось перенести в соцсети. Концепция того, что все-таки в честь 75-летия, чтобы жители губернии, молодежь в частности, могла больше углубиться в различные исторические факты и не только посмотреть, но и рассказать, скажем так, через социальные сети своим одноклассникам, друзьям, товарищам.
К акции присоединились жители Самарской области и других регионов России. Марафон продлится до 30 апреля. Чтобы поучаствовать в нем, нужно выложить пост на одну из заданных тем с хэштегом «Внутри истории». Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Николай Сидоров. События. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи.